Привет всем! Сегодня будем готовить свиные ножки. Нам понадобится хмели сунели, лавровый лист, черный молотый перец, бутылированная вода, соль, две небольших луковички, одна чесночина, ну такая вот головка и морковка. Начинаем готовить. Сейчас берем мы хмели сунели, посыпаем. Переворачиваем, укладываем на дно все это дело, еще раз посыпаем. Берем черный перец молотый, то же самое. Положили мы все это дело сюда. Теперь берем мы с вами, укладываем морковку, лавровый лист. Я вот добавил штучек 5 небольших. Столовую ложку соли. Можно сверху так посыпать. Луковичку нашу. И чесночинку. И сейчас заливаем мы водой бутылированной. Почти, можно сказать, полную. Чуть-чуть оставим мы место. И закрываем крышкой и идем ставить на газ. Поставили на газовую плиту, зажгли газ и накрываем крышкой. И ждем, пока она закипит. Закипело, и убавляем огонь до минимума. И варим 3 часа. Прошло 2 часа, можно теперь заглянуть. Смотрите, ребят, какая красотища здесь. Косточки отделяются от мяса. Еще часок и будем дегустировать. Прошел час. Теперь можно нам доставать наше блюдо, наши ножки. Выключаем. Накладываем в тарелочку. Красота какая, ребят. Возьму поменьше кусочек вот этот. Ох, блин, ребят. Я в шоке. Вот это блюдо. И идем дегустировать. Пришло время дегустации. Ребят, я не буду сейчас руки пачкать, потому что буду кушать уже в другом месте. Но для дегустации сейчас вот возьму ножик, ну и вилку, отрежу кусочек. Я знаю, что будет очень вкусно. Это 100%. Я уверен в этом. Все приготовилось полностью. Ну, в принципе, куда там 3 часа-то? Оно там и захотело бы не приготовить, приготовилось бы. Очень вкусная вещь. Ребят, вот сейчас как раз зима, самое оно. Можно даже сделать картошечку отдельно, еще что-то. Будет вкуснотища вот такая вот. Ну, хотя, честно говоря, можно и без картошки, оно и так приятно все заходит. Ребят, кому был интересен рецепт, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.